Мама. Моя родная. Самая чуткая, нежная и поистине невероятная женщина. Наверное, я не так часто это говорю, но ты даже себе представить не можешь, насколько сильно я тебя люблю. Сегодня, когда мы празднуем твой юбилей, я даже поверить не могу, что тебе всего больше, чем 25. Ведь ты всегда являешься настоящим примером красоты и женственности. И с самого детства я говорил, что моя мама всегда самая молодая и красивая. Знаешь, мам, ты правда особенная, и быть твоим ребенком сплошное удовольствие. Ты всегда и во всем меня поддерживаешь. Что бы ни произошло, ты никогда за свою жизнь не оставляла меня без внимания и заботы. Я очень счастлив, что именно ты моя мама. Пусть взрослому мужчине не принято вспоминать, как его оберегала женщина, но я помню, что когда вы с папой в 3 года отдали меня в детский сад, ты устроилась туда работать, чтобы быть поближе ко мне. Конечно, тогда я не осознавал, что это какой-то грандиозный поступок. Но сейчас я точно понимаю, что ты именно та женщина, которая достойна премии «Лучшая мама во Вселенной». Мама, я тебя люблю. Я очень четко помню, что когда впервые увидел тебя, я точно никак не мог подумать, что судьба проведет нас к семейной жизни. И, наверное, это самое лучшее заблуждение в моей жизни. Мне, если честно, сложно подбирать какие-то слова, но я убежден в том, что главные слова моей жизни, которые я произнес тебе много лет назад, остались неизменными. Я люблю тебя. И по-мужски горжусь тем, что у меня такая молодая жена. В моей голове всегда была мысль: посмотри на маму своей любимой женщины и будь уверен, что она будет точно такой же. Поэтому, когда я впервые увидел Нину Александровну, я понял на 100%, что надо срочно брать тебя в жены. Потому что с самых первых наших встреч с твоей семьей я видел, какая Нина Александровна прекрасная женщина и очень заботливая мама. И в твой день рождения я прежде всего хочу сказать спасибо твоей маме за то, что подарила мне и миру тебя. А вообще, родная, ты знаешь, что лучше любых слов – поступки. Поэтому хочу пообещать тебе, все самое лучшее в нашей жизни еще впереди. Ты действительно прекрасная жена и мама. Я знаю, что в эти дни тебе скажут много приятных слов. Я же хочу сказать тебе только одно. Я всегда рядом с тобой и вместе. Мы не просто семья, а одно единое целое. Мама, мне так приятно осознавать, что ты моя мама. У меня много друзей, у которых есть свои семьи. Я смотрю на них и понимаю, что мне посчастливилось. Ведь моя мама именно ты. Потому что остальные варианты меня никак не устраивают. Я знаю, что в силу моего возраста со мной бывает сложно. Иногда совсем редко мы, может, и говорим на разных языках. Но я знаю точно, все, что ты делаешь, это ради меня. Ты совсем не умеешь злиться, и мне это нравится. Потому что злые люди не бывают красивыми, а ты настоящая королева. Спасибо тебе, мам, за твою бесконечную веру в меня, за твое желание помочь, да и просто за то, что ты у меня есть. Я желаю тебе жить долго-долго, чтобы ты всегда была рядом с нами. Я тебя люблю. Так сложилось, что после замужества я обрела еще одного близкого и родного человека, и вы поистине стали для меня второй мамой. Я помню, что пришла в вашу семью совсем молоденькой девчонкой. И вы знаете, я совсем не боялась, потому что вы с самого первого дня протянули мне свои руки и дали понять, что я не просто невестка, я часть семьи. У вас есть чему поучиться, и что меня действительно в вас восхищает, это способность видеть в людях только доброе и хорошее. Я много встречала разных женщин, что с уверенностью могу сказать, вы особенные. Мне с вами повезло. Сегодня хочу сказать спасибо за то, что вы воспитали для меня лучшего мужчину в моей жизни, за то, что вы всегда рядом и готовы прийти на помощь, делом или советом, за ваше наставничество и ценные уроки. Я бы очень хотела, чтобы таких женщин, как вы, было в нашем мире больше. Какое счастье, что вы у нас есть. Леночка, с днем рождения! Тебя я поздравляю. Я знаю, что ты самая первая, кто меня увидел. Я очень рад, что ты у меня есть. Ты очень добрая, ты меня никогда не ругаешь. Спасибо тебе, что ты у меня есть. Я тебя очень люблю.